Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в Самару! Именно здесь продолжается аномальная жара, 30 градусов в тени тренера. Здесь есть свои предрассудки, свои принципы. И кто-то считает, что капитаном вратарь быть не должен. Обязательно 24-м номером в центре обороны. В воротах, понятное дело, Иван Ломаев, лучший игрок июля в составе самарской команды для нынешнего «Динамо». Но в топе реализации и трудовая необходимость. Подача и удар головой. И вот вам, пожалуйста, первый гол парагвайца, забитый на российской земле. Я имею в виду футболки московского «Динамо». Это Роберто Фернандес забивает классный мяч после первого же углового «Динамо». Отличная подача. Ломаев рвет и мечет. Ну и классный удар Фернандеса в дальний угол. Ну и, кстати, если Шунин не лучшим образом мяч выбил, положение вне игры нет, задержался Сазонов. Момент, удар, Шунин, еще удар, и перекладина. Спасает «Динамо» после удара Артема Соколова. Здесь падение, Лука Гагнидзе дает играть Виталий Мешков. Ну и шикарный момент крыльев, который «Динамцы» привезли сами себе. Просто неудачный вынос Шунина с левой ноги. И задержался Сазонов, когда расставлялись для розыгрыша мяча. Прострел. Это так, что желтую карточку пришлось доставать. Да, мне показалось, что там скорее момент какой-то вот у Уилшера, по-моему, тогда еще забил. И Колер, да, забивал, если не ошибаюсь. Колер, да, сделал процесс. Опасный момент может получиться у крыльев. Мяч скачет по штрафной площади «Динамо», но никому не удается его опустить на газон. И так вот он выпрыгивает, как колобок, за пределы поля. След воспитывался в академии Кноплёва в Тольяттинской. А вот момент, Цыпченко, удар, и снова Роберт Фернандес. Ну, молодцы, самарцы, они находят в этом сезоне. Подача, здесь мы Рабону еще увидели. Еще более глубокий вопрос, передача. 27 у «Динамо», почти двукратное преимущество, почти. Кадеть снова взвинчивает темп Самара, она играет быстрее, чем в основном двигаются футболисты в белой форме. И рядом с ним. А Ярослав Гладышев неспешно. Целых 8. «Динамо» обходит и «Химки», и «Краснодар», и «Сочи» в турнирной таблице. Виталий Мешков дает финальный свисток. Крылья заметно подустали к концу матча. Гол, отмененный справедливо.